Добрый день, друзья! Я приветствую вас из Черногории. Это поселок Нивице. И я сейчас хочу вам показать пляж в этой небольшой деревушке, которая, в принципе, находится на самом краю Бока-Которского залива. Тут за нами только уже Хорватия. Давайте посмотрим, какой здесь пляж. Итак, вот наша панорама. Это когда я выхожу на пляж, я сейчас выйду на пирс, развернусь, чтобы было его хорошо. Это, конечно, громко сказано, тут всего две улицы, один магазин и один ресторан. Но здесь очень уютно, здесь мало людей и хороший пляж. Привет! Здравствуйте! Так, проходим мимо, не задерживаемся возле мужчин. Итак, смотрите. Вот это новый пляж, который открылся в этом году. Хозяева вот этой гостиницы, вот она еще строится, почистили дно, засыпали мелкий-мелкий такой щебень. По нему можно ходить без тапочек, но я их все равно одеваю. И поставили вот лежаки. Соответственно, комплект стоит 12 евро, два лежака и зонтик. Здесь хороший вход в воду. Повторяю, он почищенный. А без камней метра, наверное, 3 или 4. Вот, поэтому здесь всегда много детей плавает. Если не хотите платить за лежаки, то вот кусочек бесплатный. И дальше уже просто как во всем заливе вход в воду. На самом деле с плитами. И вот так вот до там вот гостиницы Иберостар будет. До пляжа этой гостиницы, в принципе, пляжей нет, только вот такие вот входы в воду. Можно войти, сплит прыгать, вот, или вот такие вот небольшие. Видите, вот лежаки ставят, это вот люди, которые живут вот здесь, вот в этих домах, вот они ставят себе лежаки и просто отдыхают. А мы ходили к гостинице Иберостар, которая находится вот за этим поворотом. Там пляж стоит 40 евро. С человека за целый день. Вот такие здесь цены. И в принципе вот за этой горой уже Хорватия находится, выход из бухты, из залива и открытое море. Мы сегодня ездили в Дубровник. Ой, тут всего 50 километров отсюда. Граница занимает минут 10, наверное. До границы пару километров отсюда. И где-то за час мы справились. Что касается Херцегнови, вот у нас панорама на этот городок. Мы тоже туда съездили, посмотрели пляжи. Ну, знаете, в нашем понимании это все равно не пляжи, это вход в воду. То есть они такие маленькие там, не очень чистенькие, как по мне. Много камней, много людей. Много пляжей все равно с плитами, а не именно, ну, вы поняли, да, вот насыпные с галькой. Поэтому это такое, на любителя. Вот здесь вот поселок, господи, забыла, и Игла, извините, забыла, напишу. Туда на пляж мы не ходили, но вот так вот, если его приблизить, то видно, что там тоже хороший широкий пляж, вот видите, вот такое что-то. Поэтому, Игола, вот поселок называется, Игола. Вот, ну, от нас просматривается пляж. Единственное, какое у них преимущество, оно заключается в том, что вот, например, у нас в нашей деревне, я не знаю, это поселком, язык не поворачивается назвать. Вот сейчас почти 6 часов, 5:30, наверное, вот солнце через 10 минут сядет. И здесь вот на пляже уже тень, видите, вот там уже тень. А в Херцегнови и в Игола а солнечный день еще часа полтора минимум, а то и два. Поэтому вечером здесь, вот сейчас июль месяц, какое у нас сегодня, 9 или 10 число, без 15:06 солнце у нас садится. А там, вот мы бы гуляли в 7 часов, еще был разгар пляжного отдыха. В общем, все развлечения там. Там громко, там суетно. Они по вечерам включают музыку, и мы тут до 12 спим под музыку из Херцегнови. Но все равно нам здесь больше нравится, потому что здесь всегда есть место на этом маленьком пляже. Здесь всегда есть место, где разместиться. Понимаете? Мне говорят, хватит болтать, идти нырять. Вода прозрачная, естественно, прохладная. Так что так.
Вот такой вот поселочек, вот такая вот деревенька. Видите, вот буквально прилеплено две улицы домов к скале, горе. Вот наш дом, где мы живем. Вот на последнем этаже у нас веранда. И по ступенечкам сюда, вот 50 ступенек вниз, мы спускаемся прямо к пляжу. Квартиру тоже сниму, прикреплю, если кому-то вдруг интересно. Все, до встречи. До следующего сеанса связи. Давайте я вам быстренько покажу квартиру, в которой мы жили. Мы сегодня уезжаем. Вот заходим, у нас здесь санузел. Единственное, что здесь не очень хорошо, что шкаф только один. Вот, ну и все. И вот это вот две маленькие спаленки. Здесь две кровати. И вот здесь две кровати. Это гостиная. Диван раскладывается. Такая мини-кухня с небольшим холодильником. Ну и, конечно, главное, ради чего я брала эту квартиру, это из-за этой террасы. Просто с бомбезным видом на Бока-Каторский залив, на Херцег-Нови и Игола. Ну, здесь у нас был релакс по вечерам. Вот наш поселочек, наша деревенька. И за вот этой вот горой уже Хорватия. Квартиру мы сняли за 80 евро в сутки. Все, всем пока. Встретимся в следующем видео. Так, ну будем считать, что следующее видео уже началось. Смотрите, мы сейчас в другом конце Черногории, возле границы с Албанией. Поселок Утеха. Я сейчас покажу вам тоже быстренько пляж и вообще, что здесь делать или не делать отдыхающим можно в этом месте. Ну вот, значит, вот это вот пляж такой галечный. Сейчас утро раннее, 9 часов утра, народу никого. Вот, но на самом деле через пару часиков здесь будет не протолпиться. Лежаки стоят 15 евро за комплект. Галька такая, ну, средней крупности. И вход в воду, ну, как вам сказать, тяжеловато без тапок. А, ну да, нет, извините, вот. Вот цены, балдахин 30 евро. Обманула я. А перед этими лежаками к воде еще в три слоя лежат люди на своих ковриках. Поэтому я вообще не понимаю смысла в этих лежаках здесь, потому что ты просто, ноги твои стоят на голове уже у кого-то отдыхающего, получается. Дальше, что тут у нас еще хорошего? В отличие от прошлого поселка, здесь есть несколько кафе. Конечно, вот с утра сидят здесь пожилые джентльмены балканской наружности, пьют кофе, ну, я надеюсь, только его с самого утра. Вот, то есть пару заведений, есть магазинчик, есть пекара, есть, что здесь еще есть, несколько точек быстрого питания. Мы еще их не пробовали, но, наверное, сегодня придется, потому что у нас продукты закончились, магазин закрыт уже 2 дня, тут национальный праздник в Черногории, ничего не работает. И самое интересное, значит, где мы все-таки располагаемся. Смотрите, здесь есть вот такое вот заведение, ресторан, и при нем свой пляж. Вот сейчас мы через него пройдем. Здесь довольно прикольно, цивилизованно. Туалет, душ, все здесь есть. И лежаки здесь дороже, чем на пляже стоят. Они здесь стоят 20 евро за комплект. Если вы пришли с 2 детьми, то на 2 детей можно взять 1 лежак за 10 евро. Вот. И вот такое вот здесь заведение, где можно покушать в обед. Вот цены. Делайте паузу, смотрите, кому интересно.
И самое прикольное, что есть на территории этого комплекса, это два бассейна с морской водой. Здесь народу, конечно, меньше. Здесь тебе удобно. Здесь ты лежишь в относительном таком, ну, не одиночестве, но спокойствии. Хотя в обед где-то 90% лежаков тоже занято, но, в принципе, такого, чтобы ты пришел и не было места, такого мы за несколько этих дней не наблюдали. А вот здесь бассейн, там море, несколько входов в море здесь, тоже вот бар. И вот там вот еще один бассейн. И все здесь хорошо, здесь еще вот в бассейнах, а там вот детские типа. Но на самом деле мне там по шее, не такой уж он и детский. Там еще вот эти вот гидромассажные струи, которыми хорошо постоять под ними и помассажировать себе спину, шею, ну или кто что достает. Вот, поэтому вот так вот мы вот здесь. Здесь несколько спусков есть в море, довольно удобные, кстати, есть спуски, широкие, даже такой, как, такая вот расчищенная мелкая часть, вот здесь, кстати. Поэтому не надо прыгать с лестницы, не надо прыгать с плит, там можно спокойно зайти в воду и по мелкой части, даже с ребенком, покупаться. Ну, пока все. Как поедем в местный ресторан, тоже сниму обзор на него. Всем пока. Пляж в поселке Утьеха, Черногория. Вот такое количество людей здесь каждый день. Я вам сейчас покажу то место в Утьехе, где мы остановились, в гостинице. Вот от пляжа буквально метров 100, наверное, 150, у них вот своя дорожка подъездная. И здесь такая парковка для жильцов. Вот мы машину здесь оставили. И вот начинается территория. Вот слева такие как бы виллы одноэтажные на одну семью. А там дальше в глубине корпус. Это такая вот территория, смотри, с деревьями оливковыми, такими старинными. Я не знаю, они это очень старые оливковые деревья. Очень красиво. Все зелено, каждый дом обсажен цветами, пальмами. Клумбы тут просто нереальные. Вот такая вот общая зона одна. В тенечке крытая. Там барбекю стоит, вот для детей батут стоит, такая небольшая, ну совсем мини-площадочка, конечно, но тем не менее, видишь, такая как бы газончик, если ребенок совсем маленький, но здесь безопасно ему побегать, поиграть. И вот возле каждого дома обязательно вот дерево, пальма, клумбы. Очень красивая, ухоженная и зеленая территория, на ней реально приятно находиться. Как выглядят дома внутри, на сайте можно посмотреть. Там фотографии соответствуют действительности. Вот здесь вторая зона общая с телевизором. Вот здесь тоже такая вот кухня. И стоит кофемашина, которой можно пользоваться бесплатно. То есть есть кофе, молоко, можно сделать себе эспрессо, капучино. Пожалуйста, мы с утра воспользовались этим делом, что очень приятно. И вот они еще, видишь, хозяева продают оливковое масло 15 евро литр, что-то еще продают, ракию, граппу, ну, в общем, хендмейд такой. Вот это вот вторая зона получается, такая тоже общего пользования. Ну и соответственно вот трехэтажный такой корпус. И тоже на каждом этаже по 4 номера. С одной стороны
по два на каждом этаже, и вход есть с другой стороны. Очень замечательная территория, очень хорошие хозяева. Женщина с сыном здесь хозяйка, они просто настолько облизывают эту территорию. Все очень чисто, компактно, уютно, зелено. Ну, нам очень понравилось, между прочим. Так, сейчас я сделаю вам быстренько, очень коротко обзор нашего номера. Так, он небольшой. Он небольшой, где-то у нас свет включается. Вот здесь вот на входе сразу мини-кухня, но здесь есть все, вся вообще посуда, какая возможна в ассортименте. Со всеми приладьями кухонными. И меня очень радует вот наличие большого нормального холодильника с нормальной морозилкой. Потому что когда мы приходим, извините, в съемную квартиру, семья, и там мини-бар стоит вместо нормального холодильника, то это, конечно, поднапрягает. Так, здесь санузел. Ну, ничего, это все так нормально, все работает, все хорошо. И вот две комнаты. Вот у нас спальня, где тут у нас свет включается, с беспорядком, конечно. Есть, кстати, шкаф тоже большой, хороший. Нет, это из спальни, вот у нас выход на террасу. И вторая спальня с прекрасным детским ковриком, в общем, с двумя кроватями. Есть номера, где вместо двух кроватей стоит, по-моему, это в такая вот в большей комнате, вот в такой комнате, стоит большой, огромный такой, знаете, угловой диван, который тоже раскладывается. То есть там такая гостиная и отдельная спальня. Но нам нужно было именно две отдельные кровати, поэтому мы выбрали именно этот номер. Ну и все. И вот такая вот терраса, где мы принимаем пищу по вечерам, по утрам и взагали, когда нам ее хочется принять. Так, а где мой ребенок? Вот, поэтому вот так. Вот у нас первый этаж, все тенисто, все хорошо, все замечательно. Нам очень нравится это место, эта гостиница и этот номер.